Привет! Хочешь научиться рисовать пастелью на наждачной бумаге? На моем канале выходят обучающие видео для новичков, начинающих художников. А сейчас мы вместе нарисуем простой яркий пейзаж на наждачной бумаге, мелом и сухой пастелью. Для этого купи в любом строительном магазине мелкозернистую наждачку и в канцтоварах простой цветной мел или пастель. И включай это видео или любое видео на моем канале. Подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий под видео, поделись с друзьями. Мои творческие видео рисования покажут тебе, что можно рисовать яркие, красивые пейзажи в такой оригинальной технике. Я нарисовал уже, наверное, 1000 картин в такой технике. На экране ты видишь фотографии нескольких моих картин, нарисованных мелом на наждачке. А сейчас приступим к обучающему видео. Дай волю своим чувствам, рисуй размашисто, с силой наноси мел, только осторожнее, не порань себя наждачку. Я верю в тебя, что ты великий художник. Никто тебе не говорил об этом, я тебе говорю. Ты великий художник, самый великий художник из всех, самый гениальный. Мы будем вместе рисовать для города будущего, об этом я расскажу тебе чуть позже. А пока что посмотри на экране фото моих картин на асфальте, нарисованных мелками. Я единственный, кто рисовал и рисует в своем городе такие пейзажи мелками. Я мечтал сделать свой город индивидуальным и знаменитым благодаря этому. Если ты тоже художник и выпускаешь уроки рисования, то я открыт к сотрудничеству. Напиши мне в комментарии к видео. У меня больше 200 видео на канале, но мало просмотров и подписчиков. Если ты знаешь разговорный английский или иной иностранный язык и хочешь поддержать мой проект, то помоги мне переводить свои видео для иностранцев. На этом канале я выпускаю уроки рисования в оригинальной технике, яркие видео ускоренного рисования, видео подробного рисования, высказываю свои идеи о социальном гиперреализме и о городе будущего, о городской среде, о проблемах современной архитектуры, рассказываю о художниках прошлого и современности, делаю уникальные альтернативные точки зрения, взгляды на популярных художников и критику. Если хочешь поддержать, то поставь лайк под моими видео, комментарии, расскажи друзьям, можешь приобрести картину по почте. Если у тебя есть знакомый ведущий на радио или канал на ютубе, то помоги мне рассказать об этих идеях людям. Я пытаюсь улучшить мир тем, что несу изобразительное творчество людям, рисую мелками на асфальтах, на окраинах своего города. Пытаюсь информировать людей о мировом искусстве и выпустить новый учебник по искусству, адаптированный под современную, по истории искусства, адаптированный под современную молодежь.